Всем привет! Сегодня будем готовить чебуреки, быстрые чебуреки. У меня такие вот заготовочки есть. Вот они вот. Такие вот, как блинчики. Мы из таких уже делали пельмешки, я показывала, там есть у меня видео. Вот, такие же купили сейчас для чебуреков. Вот такое вот тесто сейчас покажу. Для чебуреков так и называется. Вот. Также фарш нам, соответственно, понадобится. Яйцо, сыр, чеснок и соль. То есть мы сейчас натрем сыр, сюда все сложим, смешаем в фарше. Потом будем смазывать, так же, как для пельмешек, водой вот так вот по краешку, чтобы вот это вот тесто хорошо зажималось. Вот. И будем выпекать, ну, не выпекать, жарить на сковороде. Так что начинаем. Сейчас трем сыр, значит, мы, и замешиваем фарш. Ну вот, фарш у меня готов. У меня тут свинина постная. Вот. Хлеб я не люблю фарш класть, очень редко кладу. В основном вот тру сыр. Ну, начинаем. Значит, берем сковородку, уже у меня греется. И все вот так вот смачиваем. Водичкой. Так, потом фарш кладем. Ложку достала сейчас. Очень много его класть не надо, фарша, а то он плохо пропечется. Ну, его будет все равно в достатке. Как бы вот такое вот примерное количество. Вот. Сейчас мы закрываем все это дело. Зажимаем немножко. И дальше вилочкой. Сейчас покажу. Раз. Поплотнее зажимаем. Чтобы они не развалились. Так что вот так получается. Такой вот чебурек. Кладем его в сковородку. У меня уже разогревается во всю. И сюда еще спокойно один еще влезет. Сейчас еще сюда один добавим. Вот еще один я такой сделала. Тоже кладем на сковородочку. И все, пусть жарится. Они жарятся очень быстро. Итак, сейчас все мы лепим, жарим. И все, я вам сейчас покажу. Друзья мои, вот наши чебуреки какие получились. Вот начиночка в них. Очень вкусные. Они сочные, тесто вот это, оно такое тоненькое-тоненькое. Вот такие вот они. Солила прям чуть-чуть фарш, потому что там сыр. Ну, на наш вкус очень все вкусно. Так что всем советую, всем приятного аппетита. Заходите к нам на канал, подписывайтесь на нас, ставьте лайки. Всем пока-пока!